В ГИКИТ с размахом отпраздновали День России. Интерактивы с песнями и танцами для всех желающих устроили прямо в фойе института. Студенты и абитуриенты со всей страны отмечали сердечками на большой карте России свои родные регионы. Не обошлось и без познавательных конкурсов с призами от партнеров, которые организовали сами студенты из клуба «Партнерочка». Мы ищем партнеров для наших мероприятий, и вот сегодняшняя акция, посвященная Дню России, не стала исключением. И ребят подходят, мы загадываем загадки про русские сказки, и вытягивают бумажку, мы дарим подарки. Вот, дарим настроение на сессию. По словам организаторов, активно принимали участие абитуриенты вуза и преподаватели. А продолжились торжества познавательным квизом в лофте и серией спектаклей в театре «По правде» по произведениям отечественных классиков.